Здравствуйте, с вами Фрейми, старая игра Шерлок Холмс с фиговой сережкой. По крайней мере, так или иначе, серебряная и довольно особенная, раз уж она прям штуки ж просто фигурирует изо всех сил в этой игре. Мы закончили с вами буквально в самом начале, так что мы даже не закончили, а только начали. И только-только-только я вот начал более-менее изучать все здесь происходящее. И в конце поговорил с этой женщиной. Вообще, именно данную очередную серию я все-таки решил записать через Windows 7. И, в принципе, записывается вообще без проблем, как можете видеть. Так что, действительно, дело было в той... Синие скатерти, они значительно короче тех, которыми убраны столы в зале. Но я даже не знаю, в чем толк. Ну, то есть, синие, ну, короче... А, погодите, или, возможно, вы говорите, что эти скатерти даже не рассчитаны на такие столы? Вообще, я, к сожалению, не очень понимаю всю эту логику устройства такого огромного дома, с одной стороны, но с другой стороны, буду очень рад ее получше разобрать. Значит, о чем же я хотел сказать? Да, действительно, все дело было в этой дурацкой настройке. А я даже как-то, даже такой, а, ну, глючит, к черту, пошли в XP. Что-то в этом духе. А нужно было всего лишь убрать вот эту вот штучку. Понятия не имею, что это. Анти-алмазинг? Хрень какая-то. Что бы оно ни делало, я понятия не имею, что оно делает, и тем более, зачем оно нужно. Синий скатер. Понятно, другими словами, больше ничего здесь нет. Опять же, не имея власти пробела, приходится играть в достаточно классический... Здесь нет ничего интересного. Да, выше он идти не желает. Нет у него желания идти выше. К сожалению. Но это оставляет нам только одно место, которое я еще пока не оценил. Всего лишь одно. Хотя, погодите-ка, где я, кстати говоря, нахожусь? Это убранные столы. Это означает убранные. Ну, не в смысле убранные, а в смысле здесь есть много всего интересного на столах. Где? А-а-а! Черт меня дери! Здесь я, кстати говоря, уже был один разочек. Один-единственный разочек. Но это было еще до записи. Так сказать, я же запускал игру... До того, как все это начинать записывать и смотрел более-менее на нее, мне было интересно, ну, понять всякую фигню. И я знаю, что это за место, я знаю, что это та женщина, которая как раз стояла с этой сумочкой. И вы знаете, что я вам, кстати, еще хочу сказать, пока я не забыл, потому что я очень боюсь это забыть. Я заметил при монтаже предыдущей видюхи, что голоса персонажей очень сильно различаются в смысле громкости. И в связи с этим хочу вам сказать, что я, конечно же, постараюсь это более-менее минимизировать, с одной стороны. Но с другой стороны, также хочу сказать, что если что-то будет гораздо тише, а что-то гораздо громче, я не виноват, сама игра такая. Хотя буду стараться что-то с этим сделать. Вообще, я даже размышлял при записи предыдущей фигни, что наверняка буду как-то регулировать весь звук, и думал, что из-за этого станет громче музыка, поэтому ее делал тише. Но на данный момент музыка стоит вот такая. Я думаю, что это будет совершенно нормально. Ее даже толком и не слышно, и это хорошо. Ладно, приступим наконец-то к делу. Прошу прощения, сэр. Мне нечего вам сказать. Все здесь готовы обвинить меня в этом ужасном преступлении. Но я ни в чем не виновата. Это просто ужасно в день своего совершеннолетия увидеть смерть родного отца. Молодая леди говорит чистую правду. Я видел каждое ее движение после того, как она вошла в комнату. Прошу прощения за столь смелые слова, мисс... Это, кстати, забавно. Я следил за каждым ее движением или что-то в этом духе. Кстати, еще что-то я хотел заметить. Между прочим, когда я записывал самую первую, опять же, видео, я не понял, что именно происходит. То есть данный прием — это не то большое событие, за которое мы отвечаем. То есть некая женщина... которую подозревают в каком-то странном... прошлом или что-то в этом духе, приглашена или нет, ее думают пригласить в качестве представления на некое огромное происшествие, в общем, что-то будет происходить большое с кем-то в правительстве, и здесь есть женщина, которую надо будет проверить, и это совершенно другой прием, хотя, несмотря на то, что то день рождения, и это тоже день рождения.
интересно, это вообще она или нет? И вообще, то, что я сказал, вообще имеет смысл? Я хоть сколько-нибудь нормально говорю? Ладно, ладно, я затыкаюсь. Какая-то у меня болтология началась, простите меня. Где вы находились в момент выстрела? Я стоял у барной стойки вместе с полковником Петерсоном. Затем все повернулись к сцене и начали аплодировать. Я же посмотрел в другую сторону сквозь толпу. Что конкретно вы увидели? Когда одна из дверей открылась, я увидел, что на пороге стоит очаровательная молодая леди. Думаю, никто, кроме меня, не обратил на нее внимания. Я же не мог оторвать от нее глаз. Столь красивой она мне показалась. Боюсь, я вел себя не очень прилично. Тем не менее, я смотрел на нее вплоть до того момента, когда раздался выстрел. И вы знаете, я уже говорил об этом неоднократно, но в очередной раз, разглядывая картинку, покудова я слушаю этих ребят, вернее, этого парня, разглядывая картинку, я в очередной раз убеждаюсь, что мне очень-очень нравится именно такое построение квестов. Ну, это псевдо-3D и тому подобное, вся эта детализация. Это так классно. Очень жаль, что... Вернее, как, не жаль, а просто я, наверное, все-таки не являюсь абсолютным фанатом новых вещей в стиле абсолютного 3D. Это, конечно, захватывающе и всякое такое, но вот подобные классические вещи мне тоже очень нравятся. Очень хотелось бы поиграть в как можно большее количество подобных классических вещей. Почему-то именно эта игра меня полностью захватила. Не знаю, как-то так. Вы уверены, что это была именно мисс Бромсби? Полковник Паттерсон находился рядом со мной. Вы можете спросить его. Думаю, он подтвердит мои слова. В тот момент поблизости больше никого не было. А как вы попали на этот прием? Я обязан приглашением полковнику Паттерсону. Мы познакомились друг с другом несколько дней назад в его клубе. Он был настолько любезен, что убедил меня сопровождать его на этот прием. Довольно странно. Какого черта он вообще кого-то убедил? И, по всей видимости, этот военный все-таки действительно военный. Но откуда же взялась фальшивая военная пуговица? Более того, человек с фальшивой военной пуговицей явно имеет прямое отношение к происходящему, потому что он был на кухне раз, он наверняка что-то выкидывал, но не знаю что. Возможно, кстати, пистолет. В мусорную фигню это два. И более того, скорее всего, после этого он уходил, и у него руки были измазаны в чем-то жирном или масляном. Кроме того, кухня прилегает к помещению, в котором пахло порохом. Как все это занимательно. Так что, сэр, теперь вы готовы отвечать на мои вопросы? Я слушаю вас, спрашивайте. Расскажите, где вы находились во время трагедии? Когда раздался выстрел, мы стояли у стойки бара. Если говорить обо мне, то я остался на своем месте и после выстрела. Вы не видели, что делала мисс Бромсби в момент выстрела? Нет, конечно. У меня такое плохое зрение, что я не способен разглядеть муху в собственном бокале. А что в самом деле? Именно так, черт побери. Но у меня очень хороший слух. И если вы спросите меня не о том, что я видел, а о том, что я слышал, я смогу рассказать достаточно много. Я помню, как раздались аплодисменты. Это старый Бромсби появился в зале. Судя по доносившимся до меня звукам, он вошел справа от меня. Да, кстати, советую вам прислушаться к мнению лейтенанта Херингтона. Этот парень не промах. Что еще вы знаете о случившемся? Ну, что тут еще можно сказать? Например, можете написать в вашей газетенке, что старый Бромсби был убит из револьвера компании «Райт» небольшого калибра. Вы давно знаете лейтенанта Херингтона? Мы познакомились с ним в моем офицерском клубе несколько дней назад. Отличный парень. Я решил взять его с собой на этот прием. Здесь он мог бы завязать несколько полезных знакомств. Очень полезных знакомств. Мне очень интересно, пистолет, который я нашел, это именно Райт? Возможно, это орудие убийства? Или это второй пистолет? У меня дурацкие догадки, как всегда. Спасибо вам за информацию, сэр. Пожалуйста.
окей. Что у меня есть за пистолет? Это просто пистолет. Ну, у меня же было раньше написано, что это какой-то конкретный пистолет, или... Или я сильно ошибаюсь. Одно из двух. Паспорт. Погоди, паспорт? Ха, надо же. А это что, записка? Кстати, я, наверное, не нажимал сюда. Первый почерк отличается небольшим. Да-да-да-да-да. Вот это вот я забыл сделать, кстати говоря. Просто вот это все я переигрывал. Я, конечно, мог скопировать сейвы, но я решил, да к черту. Я не очень понял, где именно эти сейвы находятся. В папке с игрой хоть и есть папка сейв, но там я заметил только JPEG, который показывал, где именно я нахожусь. Очень было бы странно, если бы именно по JPEG здесь загружается игра. Это было бы просто невероятно. Да, абсолютно невероятно, я так думаю. Разве что какая-нибудь дополнительная информация в нем содержалась бы, если это вообще возможно. А это, наверное, возможно. Но все равно это все очень было бы очень-очень-очень странно. Что же я еще хотел сказать-то, ё-моё. Да, я мог это все перенести через Steam, но опять же, что-то не захотелось. Блин, трубку ему в рот сувать, конечно, вообще. Это бред. Просто потому что, ну, трубка такая огромная. Могу ли я, возможно, сказать что-нибудь еще этим людям? В момент убийства вы находились на этом месте? Да. Я стоял именно здесь. Отсюда мне была хорошо видна дверь. Передо мной стали еще несколько человек, но они ничуть не мешали обзору. Что вы делали после того, как прозвучал выстрел? Так же, как и большинство прочих гостей, я покинул комнату. Прошу прощения, я вас оставлю. Думаю, мне надо выразить свое сочувствие мисс Левинии. Как вы думаете? Да, но можно я проследую за вами, сэр? Спасибо за помощь. Это не составило для меня никакого труда. Очень хорошо. Нет, ты так и стоишь здесь, без проблем. Кому-нибудь из вас принадлежит эта пуговица? Молодой человек. Нет, не могу сувать ему пуговицу. Спасибо вам. Пожалуйста. Вероятно, здесь нет такой механики, чтобы совать людям вещи. Ну-ка еще раз. Чем могу помочь? Да. Спасибо за помощь. Очень похоже на правду. Окей, в таком случае. А что же мне в таком случае делать? Я думаю, мне нужно еще раз сходить к этой мисс, которая... Отец, у которой помер. Эй, иди. Окей. Вот. Погоди, парень. Ты откуда тут взялся? Тебя тут не было, не правда ли? Эй, черт, не получается с ним говорить. Блин, этот хоп застревает. Ну-ка, во. Если не возражаете, я хотел бы задать несколько вопросов. Да, конечно, сэр. Интересно, ты в тот самый француз или все-таки нет? Он должен был сказать... Да, и, кстати, что-то у меня не получается делать французский акцент. Конечно, сэр. Нет, чушь какая-то. Что вы делали в момент убийства? Я обслуживал двух джентльменов, сэр. Я был занят и ничего не видел, сэр. Вы служите в семье Бронсби? Нет, сэр. Я из агентства Хартфорда. Я был нанят исключительно на время приема, сэр. Что ж, не буду вас дальше задерживать. Желаю вам приятного вечера, сэр. О, очень любопытно. То есть это что-то вроде человек-массовка. Я бы так его назвал. Во! Странно, что в этой игре приходится искать то место, куда нужно нажимать этими педалями. Или как это сказать? Ну... Переход. Ну, кстати, забавно. Если я вот так вот сделаю, он автоматически перейдет? Да, он автоматически перейдет. Значит, я могу кликать, куда захочу. Надо будет это учитывать. Попробуем зайти в эту дверь, или она закрыта? А, именно за этой дверью эти люди. Понятно. Разрешите представиться, меня зовут Шерлок Холмс. О, знаменитый детектив Шерлок Холмс. Какая удача, что вы оказались здесь. Заранее прошу прощения, я еще не совсем пришел в себя после трагедии. Ой, какой бедняжка. Расскажи мне про выстрел, пожалуйста. Расскажите нам, что вы видели. В момент трагедии я находился позади сэра Бромсби. К сожалению, с данной позиции было трудно что-либо разглядеть, и я не могу сказать вам ничего интересного, но я уверен, мисс Левиния не имеет к произошедшему никакого отношения. Прошу прощения, с кем имею честь?
О, простите, простите. Я забыл, что нас не представили надлежащим образом. Я Херман Гримбл, советник сэра Мелвина Бромсби. Мне также принадлежит небольшая доля в его предприятиях. То есть у тебя мог быть мотив, другими словами. Мы это будем учитывать. Судя по вашим словам, вы хорошо знаете сэра Бромсби, не так ли? О, что за печальный конец для столь великого человека. Мы познакомились с сэром Бромсби в Индии много лет назад. Это было еще до рождения мисс Левинии. С тех пор нас объединяла дружба и совместный бизнес. С другой стороны, подозревать друга этого человека как-то дико. Хотя, что только не бывает. Вот я довольно долго работаю и пока что продолжаю работать в землеустроительной фирме. И должен вам сказать, что, например, родственники очень часто цапаются. И судом делят землю, я не знаю, или еще что-то в этом духе. В общем, бывает. И это просто ужасно, это дико, но... Тем не менее, это факт. Сэр Бромсби, что это был за человек? У него был очень сильный, волевой характер. Я бы даже сказал, в отдельных случаях эти качества обретали чрезмерный характер. Да, он был неуступчив и упрям, но при этом оставался хорошим человеком. Хороший человек – это всегда хорошо. Вы знаете, кому достанутся предприятия сэра Бромсби теперь, после его смерти? Насколько я знаю, сэр Бромсби оформил завещание. Для этой цели он обратился к своему поверенному и другу Горацию Фоулету. Мы узнаем о деталях после того, как завещание будет официально оглашено. Но могу вас уверить, будущему деловых предприятий Бромсби ничего не угрожает. Не знаете, где я могу найти Горация Фоулета? Думаю, он где-то здесь. Я уверен, его приглашали на этот прием. Конечно, его трудно назвать светским львом, но все же. И куда он подевался, хотел бы я знать. Погодите, то есть он реально якобы где-то здесь должен быть, но он неизвестно где? Или я все-таки с ним разговаривал, но забыл, как всегда? Думаю, оба варианта возможны, к сожалению. У сэра Бромсби были враги? Если человек достиг определенного положения в обществе и успеха в бизнесе, всегда найдутся те, кто ему завидует. Но сказать, что у сэра Бромсби были враги, что кто-то желал ему смерти, нет, такого не может быть. Нет, не может быть. Ну ладно, как знаешь. Многие из опрошенных нами людей отметили, что сэр Бромсби был чем-то озабочен. Да, действительно. В течение нескольких последних дней он был несколько обеспокоен. Но я уверен, это всего лишь результат напряженных усилий по подготовке этого приема. Он пытался как можно лучше позаботиться о гостях и доставить удовольствие дочери. Они не видели друг друга на протяжении 6 лет. Может быть, он не успел поговорить с ней перед началом вечера. Наверняка. Вообще, они, наверное, с дочерью были не особенно-то близки, ну, как вообще и говорил и Холмс вообще. Ой, все это странно. Спасибо вам за помощь. Я в вашем полном распоряжении. Благодарю. Прошу вас, оставьте меня. Я буду отвечать лишь на вопросы представителей закона. Мне следует объяснить один из моих намеков. Каких намеков чего? Что? Что объяснить? Пистолет хочешь? Мисс Левиния, этот револьвер принадлежит вам? О, господи! Откуда у вас взялся этот пистолет? Его дал мне отец, практически сразу после моего прибытия. О, боже, что об этом подумает полиция? Я клянусь вам, клянусь чем хотите, я не убивала моего отца. Нет! Нет! Ой. Но почему он попросил вас взять пистолет? Он очень беспокоился за мою безопасность, да и за свою тоже. Отец не стал мне ничего объяснять, сказал лишь, что все расскажет после приема. Да, все это как-то странно. Возможно, это инсценированный инцидент, хотя
Я вообще путаюсь в догадках. У меня нет никаких идей, честное слово. Мне нужно больше улик. Все, собираем улики, думать об этом будет потом. Мисс Левини, если вы окажете мне содействие, я смогу расследовать это дело и найти истинного виновника. Мистер Холмс, Гримбл рассказал мне, кто вы и что вы делаете. Я буду вечно вам благодарна, если вы отыщете убийцу моего отца. Отлично. Сейчас мне придется оставить вас. Не падайте духом, мисс Левиния. Благодарю вас за участие, мистер Холмс. Да, собственно, вы наверняка сможете мне что-нибудь рассказать про паспорт, не правда ли? И, кстати говоря, у меня сейчас только один белый порошок в инвентаре. В той игре у меня их было два. Откуда я еще достал пыль? Я же забыл, а? Умоляю вас, дайте мне немного... Да-да-да, ладно. Не хочешь паспорт, нет? Умоляю вас. Ладно, ты не хочешь паспорт, я понял. Тебя застрелить... О, погодите-ка. А, нет, это глюк. Это глюк. То есть это не он, да? Ага, а так? А так я просто с тобой заговорю. Есть ли у вас какие... Жаль. Спасибо. Ладно, пока что у меня больше нет идей, значит, будем исследовать дальше именно, так сказать, окружение. Это здесь никуда ничего не ведет. Ладно, если я в эту сторону пойду, так сказать, налево пойдешь, ни хрена никуда не попадешь. А вот направо пойдешь, вот, может быть, что-нибудь нужное, может быть, найдешь. Вот хрен его знает, вот честно вам скажу. В любом случае, вот эта вот дверь наверняка ведет в зал. Да, она действительно ведет... О, я, кажется, медленно начинаю понимать устройство этого места. Кстати, тень не такая уж и плохая, она мне нравится. Я же в какой-то игре я жаловался на тени. Помню, говорил, мол, в Скайриме тени непонятно зачем вообще нужны и так далее. А вот в этой игре в действительности на тени мне жаловаться что-то даже не очень-то и хочется. Мне кажется, что где-то здесь я находил еще пыль. О, вот же она. Мне, конечно же, кое-что нужно. Я, по крайней мере, думаю, что это она. То есть это что-то... Мне кое-что да нужно. Да ё-моё, ну тогда сэмпл. Ну-ка, что это? Еще больше пыли, да? Отлично, белый порошок. Друг с другом их складывать нельзя, значит, как я и говорил, потом в лаборатории разберемся. Пока что без понятия, что можно сделать еще. Будем изучать. О, французы! Что вы можете рассказать о французе? О, он непрерывно треплет языком, как все прочие французы. По-моему, он еще не вернулся. Погодите, он не вернулся откуда? Из Франции. Спасибо. Понятия не имею, о чем речь. Ну ладно, француз треплет языком, как все прочие французы. Ну и бред. Ну да, я, честно говоря, точно не знаю. Блин, я хотел сейчас какую-нибудь умность сказать, типа того, что... Ладно. Ну, в общем, суть в том, что я совершенно не знаю исторических событий и слабости представляю вот это вот время, оно происходит насколько близко или далеко от других всяческих больших исторических штук. Например, там всякие войны и так далее. Мне интересно, до какой степени, так сказать, в Европе сейчас все побратимы, а может и нет. Я как-то в этом совершенно не разбираюсь. Блин, вот просто вот блин. Вы знаете, вот доживаешь до определенного возраста и понимаешь, что очень-очень хочется накапливать знания. А когда тебе говорят «учи, учи знания в школе», не хочется ни хрена. Вот, кажется, человек, с которым я еще не разговаривал. И, возможно, это его пуговица. Судя по вашему виду, происшедшее вас ничуть не обеспокоило. Знаете, я достаточно долго жил в Индии и привык к звукам выстрелов. Я не офицер полиции и не беременная женщина, чтобы волноваться из-за таких пустяков. Why? Человека убили, причем местного... Превеликого вельможу. Вы могли бы пролить символическую слезу. Я не знаю. Не, насчет слезы, конечно, я загнул. Но все-таки. Почему вы не пытались помочь сэру Бромсби? Это было бесполезно. Убийца, кем бы он ни был, сделал великолепный выстрел. Хотя, может быть, ему просто повезло. Так или иначе, у старины Бромсби не было никаких шансов. Как вы оказались на этом приеме?
Бромсби прислал приглашение мне и моей супруге. Моя жена после случившегося несколько переволновалась и упала в обморок. Надеюсь, она останется в этом состоянии подольше, и я успею выпить еще пару стаканов этого великолепного шерри. Ну, ты просто мега. Что ж, рад? Мне любопытно, это может быть ваша пуговица, сэр? Я слушаю. Наверное, нет. Что ж, рад был помочь. А жаль, жаль, жаль. Копия пуговицы мундира. Ну да. Ну да, и также, если я пройду сюда, то я опять же ничего не встречу, не правда ли? Да, здесь я уже был. Мне кажется, что я буквально все осмотрел, и если я не все осмотрел, то я понятия не имею, что еще надо делать. Ну-ка попробуем. Пока не время отправить. Так я и думал. Так я и думал. Ну-ка. Пока не время отправить. Еще не все обследовал, да? А я думал, что я все обследовал. Кажется, я нашел еще один листочек хреновой бумажки. Что же это такое? Оба-на! Это список гостей, список подозреваемых, прямо-таки скажем. Это почерк женщины. Что значит все эти пометки? Давайте заценим эти самые пометки. Это, дорогой Холмс, это не то. Вот список гостей. Ух ты ж, ё-моё. Мистер мой, это крестик. Это мистер и миссис, кто там, это этот. Не поймешь, причем очень-очень мелко. Тяжело разобрать, честно вам сказать, с того места, по крайней мере, из которого я все это читаю. Возможно, нужно все-таки показать этот список гостей кому-нибудь. Почерк женщины, вы говорите. Маловероятно, чтобы это был почерк именно ее, потому что гостей же... О, и более того, я не могу никому это показывать? Обалдеть. Ладно. Вообще, более того, программа вечера... Программа вечера, кстати, опять же, читать довольно сложно. Визитка... А вот насчет речи, вот это вот любопытно. Здесь, правда, ничего нет насчет речи, но я немножечко почитал это, пока искал что-нибудь интересное. И здесь написано, кажется, не забыть про... Про... Я не вижу про что, и, по-моему, змею. А вот это сложно разобрать, Об этом забыть было нельзя. Нельзя было об этом забыть ни в коем случае. Возможно, опять же, имеет смысл с кем-нибудь об этом поговорить. И, может быть, с ней. И, может быть, с ним. Умоляю. Нет, этому нужно дать прийти в себя. Если... А тебе, во, речь. Мы обнаружили текст речи, который должен был произнести сэр Бромсби. В ней есть некоторые непонятные и загадочные моменты. А, вы о тех набросках, что я для него подготовил. Сэр Бромсби обычно предпочитал импровизировать. Это касается как общественных мероприятий, так и деловых встреч. Тем не менее, всегда требовалось подготовить некоторые материалы с описанием ключевых моментов. Обычно это делаю я. Хотя, постойте, вот эти странные пометки явно сделаны его рукой. Тут говорится о крестьянине и змее. Что бы это могло значить? Понятно. Значит, это крестьянин и змея. Не забыть про крестьянина и змею. Странно. Спасибо вам за помощь. Я в вашем полном распоряжении. Хорошо. Какая женщина же могла составить список гостей? Женщина в список... Каких вообще женщин я видел за все это время? Я видел служанку. Целую одну. Кажется, больше ни хрена никого. Слушайте, ты знаешь что-нибудь про список гостей? Хотите? Нет, ничего не знаешь. Спасибо вам. Пожалуйста. Странный геймплей. Мне приходится курсировать без особых поняток, снова и снова пытаясь разобраться, что же нового получилось. Ну, то есть, какие еще новые у меня возникли. Оба-на! Что это? Мне кое-что нужно. Попробуем лупу. Ха. Я что-то поднял. Понятия не имею, что это. Ну-ка. Коробочка с тем самым белым порошком. Но зачем он нужен? Это же не пыль, это белый порошок. Зачем?
до сих пор непонятно, что это за вещь и на кой черт она далась. Кстати говоря, огонь сделан очень даже неплохо. Мне нравится. Не могу сказать, что это гениальный огонь, конечно же, но вот такого огня для меня более чем достаточно, чтобы сказать, что огонь мне нравится. Так, сюда пойду, вряд ли что найду. А что это вообще такое? Я забыл. А, это комната, где курят. Это комната, где курят. Все, вспомнил. Ну-ка, что это? Обалдеть. Вот эту вещь было очень тяжело найти. Нереально тяжело найти. Что это вообще такое? Кусок грязной белой ткани. Ха. Просто кусок просто грязной, просто белой ткани? Вот ради таких вещей просто необходимо добавлять пробел. Как я должен был это заметить? Не могу это никак осмотреть. Какая жалость. Что же, я нашел еще одну вещь. Холмс, можете ли вы уже пойти на встречу с Ватсоном? Потому что я никак не могу понять, что же здесь происходит, черт побери. Нет, конечно же. Забавно, я, кажется, что-то еще нашел. Этот кусок черной ткани достаточно велик, чтобы прикрыть целого человека. Ничего себе, здесь мог прятаться парень. Ха, это любопытно, даже очень, даже слишком, даже невероятно, как сильно. О, кстати, еще одна вещь. Мне кое-что... Конечно же, это же не дверь, это же темная фигулина. С ней разобраться было, конечно, опять же, сложновато, мне но... кое-что нужно. Блин, окей, возможно, ты должен взять сэмпл, я понимаю. Мне кое-что нужно. Ё-моё, ты должен померить что-то, я понимаю. Следы пороха найдены на высоте 1.65 м от пола. То есть наверняка стрелял очень высокий человек? Ха, наверняка той женщине даже вовсе не хватило бы... роста, чтобы стрелять на такой высоте, то есть, наверняка, сложно сказать. А, ну, если человек, ну, погодите, на какой нужно высоте держать чертов пистолет? Если я примерно 1.80 м ростом, ну, чуть побольше, то получается, я буду держать пистолет на 1.70 м, а это 1.65 м. Ну, наверняка все-таки выше ее, черт знает. Что же еще мы хотим сделать? Рыжий сальный волос. Так вот, что я должен был здесь сделать. Ё-моё, рыжий сальный. Погодите-ка, а это для усов. Наверняка здесь этот просто парень просто постригал свои усы, вот и все. Зачем мне такие маленькие улики? Это ну... Да, ножницы для усов, да, конечно же. Рыжий и сальный, да, понимаю. Интересно, что делает сейчас доктор Ватсон? Я просил его принять меры, чтобы никто не ушел из дома через заднюю дверь. Ну, наконец-то! Эй, вы там! Предупреждаю сразу, если вы из газеты, то лучше сразу вызывайте доктора. Он вам понадобится, когда я вам все кости переломаю. Послушайте, друг мой, я и есть доктор. Доктор Ватсон. Поверьте мне, я... Доктор Ватсон? Постойте, вы тот самый доктор Ватсон, который пишет все эти рассказы о Шерлоке Холмсе? Я прочитал все ваши книги! Более того, я, кажется, играю за доктора Ватсона сейчас. Интересно, когда я играю за него, у меня меняется мышка. Я, правда, не очень понимаю, что это такое. Это, по-моему, бумага с пером. Жаль, я не могу вас спросить насчет того, что вы знаете о том, что это за курсор, ибо наверняка это записываю гораздо раньше, чем вы это видите. Ну ладно. Кто вы? Меня зовут Лэм. Я служу тут кучером у сэра Бромсби. Скажите, а Шерлок Холмс, он и вправду такой умный, как вы пишете? Даже еще умнее. Дорогой Лэм, мы с Холмсом просим вас оказать нам услугу. На самом деле это очень важное задание. Не сомневайтесь во мне, сэр. Я прошу вас караулить этот выход. Ваша задача не впускать никого в дом и не выпускать никого наружу. И так вплоть до момента, пока я и мистер Холмс не вернемся.
О, с удовольствием, мистер Ватсон! И вы можете передать мистеру Холмсу, что любой нарушитель будет иметь дело со мной и моими кулаками! Я так и не понял, кто это за парень? Ну, ладно. Эта дверь закрыта. Этот выход единственный, через который сейчас можно войти в дом или выйти из него, сэр. Есть и другая дверь, но мисс Лэмберт приказала мне закрыть ее, чтобы в дом не проникли репортеры. Любой, кто попытается пробраться через сад, попадет мне в руки. Как здорово. Продолжаем играть. Я вынужден оставить вас, друг мой. Хорошо, я останусь на страже. Хорошо, я могу передвигаться, за Ватсона. Замечательно. Наверняка опять принеси-подай или что-то в этом духе. В любом случае, совсем даже неплохо, но отвратительно озвучен. И еще лицо у него не шибко хорошее. Хотя мышка прикольная, и место здесь мне однозначно нравится. Пока что я считаю эту игру достаточно сложной, потому что очень многие из вещей, которые я нашел, найти было, ну, очень-очень-очень тяжело. Особенно эту фигню на стуле. И, ну, с косяком с дверным мне повезло, еще куда ни шло. Ну, вот рыжий волос еще тоже мне было тяжело найти, который лежал рядом с ножницами. Если бы в этой игре был пробел, было бы, конечно, неплохо. С другой стороны, я немножечко зажрался, потому что, ну, в конце концов, ведь в этом же и заключается квест. Да. В любом случае, это уже довольно большущее видео, несмотря на все вырезы, мне так кажется. Поэтому пока что я должен сказать вам до свидания. Bye.